Барыстарға салам. Қандайсыздар? Кенесіретті микрофон қолдады. Мен сіздерге әзірлі стористерін айтып отып, эфирге шығып сөз түрді айтып берем деп сөз берген болшым, назар шол бойынша келдім. Ауыр атсамдағы кішіне грипполанып қалдым. Сөз эфирге шығайын сіздерге, ақырқы жаңалықтарын сөйлеп өрейініп келдім, шоңықтан таңғалғыңыздар. Менде елім не дейді, көйтім қайтып қалыптыр деген нәрсе жоқ. Білесіздер, вообще комплексуат етпейміз, это поэтому... Ушындай отырып, мен сіздерге өте көп нәрсені бүгін айтып берем. Негізі әзір встречаға баршым керек болды, бүгін Эндворк компаниясында мен чай қойып отқам қайнады, мен кофе ішіп отырам. Келіп құйчары. Эндворк компаниясының лидері, мен наставнигім Аселя Жәнін машина вручениясына баршым керек болды, 570-й Lexus компания вручат етмек. Ал жаққа да бара алмай қалдым. Кішіне ауырып, температура болғансып, қойдеп, отыр өрдім. Соны бір іш баштадым біледі, анында ақырында жән шықпай қалды. Бірақ мен жаңа сіздерге әбешер еткен стористегі именно қарыстар бойынша, мен сіздерге именно ұшол бойынша сөйлеп берейін, именно ұшол бойынша айтып берейін, не үшін адамдар қарызға батып кетеді, кредит, процент, қарыз бесконечно, қанайыз бесконечно қарыздар, ақчалар именно ұшол бойынша сөйлешілі, ақча жоқ, үйді отырам, неден баштайым, не ғышым керек. Көпчілік айымдардың проблемасы ұшылда, негізіче. Көпчілік айымдарды ұшылда. Қандай ұшыл ситуациядан шығам, жолдошым ақша бербейді, ана белек бербейді. Ұшындай стористерге сұралыр көпчілік ұшыл жөнінді өкен. И, конечно, именно финансы жөнінді, мен сіздерге өзімдің ақырқы байқаған нәрселерім жөнінді айтып берейін деп эфирге келіп қалдым. Жетінен баштасақ, кімде кредит, қарыз, процент бар? Вот у кого есть, напишите. Кімде ұшында қарыздар бар? Просто бар болса, жаза кетіңіздер. Кімде мойнында қарыз, ұшында ұшында нәрсе бар? Кімде азыр көшірді, вот ақчасы жоқ, неғыларын білбей, үйді отырып, бар менде дейді, неғаларын білі бе ойлен отады. Только көз іштейді, кредит дейді, только көз іштейді. Өз іштеветілі, бөз іштесетілі, жетпет ақша постоянна, бесконечна. Бізде, еще кемде, папам, Қырғызстанның бір 90-дөйесен, бір 80% үшіндай ауалда жашайды. Барында кредит, процент, қарыз. Ақша жетпейді, ар тартсаң бер жетпейді, бер тартсаң ар жетпейді. Үшім үшіндай состояние. Лишний шаққа албайсың, ешаққа бар албайсың. Сізді мүне олып өсіп кетті процентіңіз жанна жа? Гече... Стой еще. Гопчуликтың проблемасы ұшылда. Мен сірге алыр өзімдің қағазымын көрсетім, қарыстарымдың. Не то, что қарыз, но қарыз деп тілі прям 100% қарыз дейл бам, но где-то да долги, где-то прям бере тұрған ақча, но в любом случае беріш керек, где-то обычныйлі базовые потребности, которые у каждого человека есть, да? Вот когда утрал на долги до 15-го. Куча поломарь, дом и штеница. Кичинеки, смотрите. Долги до 15 сентября, да, я с полонкем был уже. Я с гамом, он бич на чейн, то есть он бич на чейн, я бич крептиген доктор. У меня раньше такого вообще не было. Вообще, был бы, да? Вообще, деген, это последний екі жылда у нас без долгов без ничего жили, да, как бы ешкімге ешқандай қарыз емес, никому ничего не должны, и так нормально было, да. Ну, обязательства бар, есть какие-то, да, обязательно квартплату төлеш керек, обязательно коммуналка төлеш керек,
Что еще? Ушная по мелочи есть, да, обязательно интернет тоже крик. Это у всех прям по умолчанию где-то турган нерслер бар. То, что мы айсайн кыла турган нерслер. И рестатистер ушел нерседағы, ушел жаққа көчіп келгеннен кейін, для меня прям айевай бір чоң проблема ол баштады, да? Вот прям огромный проблема, что был баштады, учитывая то, что екай дэвэй, нем юляйнда, мен ақырқу доходым бір 200 мин болса, Евляйна там ханахчам. Сентябрь, да, я сижу на нуле. Берем гельмет, то есть ты глупо дает. Глупо же, Надя. Или статинстер, я кодюз мин доход. Евляйна, да. Августа ушла в минус. И сентябрь вообще в долгах, да. Был он там копилка наштык, там еще сбережения какие-то, чего-то с нахчан бару, в общем, гетты, да. Гетты. И ничего не осталось. То, что я собирала, то, что к чему я шла, вот последнее, экиджин номер, гелестханер, сама детки нагин, гутор-гутор-труп, я резко упала. Резко гутор-труп, резко упала. И доход-то хорошо, вообще в минус ушла. И по всем фронтам, короче, кошмар-кошмар, вот, да? И у меня такой шок, да, вообще, что происходит. И мне галпаштады, первым делом я начала искать причину, качан был ситуация, менде баштан мистер Гет кондайт хамен. Можно это назвать банкротом, либо начинать с нуля, ноль дом баштал ганда пайт саболотте. И азарханты пахчатавам, она не ищем дяхпайт, и лирида мистер Гет ушел рода джоперем. Я сейчас вам тоже расскажу, что я делаю, что я не делаю, да. И почему какие-то у меня проекты закрываются, а какие-то до сих пор живут, ты ганда им дает хандача. И конкретно вот сентябрьдің башында это вообще был капец. Это жесть, что было. Вот даже ачылған копилка ушел бы ничего тұрат. Мы тут собрали, оказывается, 20 мин чоғылтқан кембіз. Копилка, да, для сатықта бар. Сейчас мындай чоң емес, азыр более кішірек, потому что эксклюзив бұл только менде бар, да, мындай чоң копилка. Поэтому вот мұны деген үстін жолдошым ашып, ішінде чоғын ақчат бар, маламыз. У нас такая ситуация была. Не ол баштады, когда мы ушли в минус. Үйді ақша жоқ. Үйді ақша жоқ. Отырып қалдық. Сидим дома, ничего не делаем. Жолдошым жұмышқа шығады. Башында все было нормально. Может, я микрофон, да? Не подумала микрофонды. Таксиге кирди, таксиде иште баштады. И ошол кезде я почувствовала прям бүт аялдардын, айымдардын азыркы айтып аткан үйүмдүн акчасын аяймын, эч нерсе кылбаймын дегендерин я прям настолько ушундай на себя почувствовала. Жетти да до меня, вот почему оказывается деген нерсечи, когда вот аял киши эмес, негизи эле адам финансовом плане бирөөдүн көз карандысында болуп калганда, хочешь не хочешь, ал адамды аяп баштайт экен. Это первое. Экинчиси, ал адамдын акчасын экономить баштайт экен. И жок тиги жеткириш керек, буга жеткириш керек деп начинает во всем экономить. И следующая проблема, что еще происходит, когда вот ты не работаешь, сен иштебейсиң. Үйдө күйөс иштейт, вот именно айымдардын я проблемасын нашла. Я вот не понимала, да, господи, марафонды 200 сом кылсам деле эч ким келбейт го, чу за бул эмне дечимде айымдар, я же для вас специально делаю, да, по сути азыркы марафондорум 200-300 сомдук марафондордо мен 30 миң сомдук билимди берем, да, чындап келгенде чего действительно это такая глубина. Просто в чем мой минус, мен көп реклама кылганды аябай жаман көрөм, да. Я не люблю, вот менин курстарым мондай, келсеңер мондай. Я вот прям аябай прям ушинтип сатканды билбейт экенмин, да. Это как бы обесценивание, да, өзүңдүн эмеңди баалабагандыкка кирет. Это я прекрасно знаю, но все равно это делаю. Я просто мындай эле реклама кылам, и кто приходит, тот понимает, ким мага ишенсе ошол келет, да. И действительно такие результаты получают. И ой, блин. Вот ушёное состояние об калды. Вот как раз упала в такое состояние. У меня муж зарабатывает, у меня махча тавар. Махча таппайм утром. И вот тогда поняла, почему аял кишилер бьётся на махчасын айет деген, да, меня дошло, да.
Ошол кезде жаздым, мен бул мындай списокту в общем жазбайт элем, я просто про свои хотелки всегда писала, но вот здесь я написала, вот бияқта еще дополняла очень много, да. Например, интернетке мынча сом төлөшүм керек, лазерный эпиляцияга мынча сом керек мага, там заказымды төлөшүм керек, вложениенин акчасын төлөй элек мен, что то еще надо, үйгө тигини алыш керек, муну алыш керек, вот список я пишу, да, че сколько, канча керек. Карплата мынчанын беришим керек, там интернет подключение еще столько-то, и в общем мындай 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 мындай, и по мелочи там продукты, вот это все я раньше это вообще не делала, да, я просто брала, алып тургалай, турган акчаны, деньги, акча келди, все я распределяю, и все по полочкам поставила, и все на этом закрыли тему, да, как-то таких проблем не было. А тут бул жака келгенде өзүм үйдө иштей отуруп калганда ушул вроде бы эме болуп калды, да, вроде бы күнүмдүк эле повседневный нерселер прям мага аябай чоң проблема болуп калды, да, прям огромная проблема болуп калды, да. Анан баарын жазып баштадым, так это 1000 сом, это 2000 сом, окей, тияка 5000 сом беришим керек дегил, бул это все прям огромная проблема для меня, да. Анан муну господи, бул качан төлөптүм, когда все это закончится. Ушундай мысль пайда болуп баштады, да, акча кайяктан келет, тут биякта 20000 деп турат. 20000 мен качан төлөптүм? Раньше я не задумывалась, я в день могла потратить 20000 сом, барып так 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 распределила, и все без проблем, да, на следующий день заработала столько же, куда надо потратила, и все, проблем не было. А тут 20000 сом, господи, мынчага акча, ушунда эмеге түшүп кеттим, да, состояниеге, я сама в шоке от себя была. Но контролировать это албайм, да, я не понимаю, что делать с этим. И вот ошол кезде айымдардын состояниясын түшүндүм, да. Вот что происходит, когда аял киши иштебей отурганда, и плюс өзүнүн аяганда, может этот муну кое турсам бы, тинтсенби, минтсенби деп ойлонуп баштадым, да, так, стоп дедим. Если так дальше пойдет, я-то знаю, что дальше будет. Эгенде ушул уланерге турган болсо, азыр я все буду, всю копейку считать, бир сомго чейин эсептеп, анан күйөөмдү аяп, вот жумуш болбой атса, анан эмне кылайын, анан тиге жеткириш керек, буга жеткириш керек дей берсем, так не пойдет дедим, да. Так в общем не пойдет. Бул бойт мындай ситуация. Я просто начала делать. Лазерная эпиляция башым керек, башым керек. Сколько стоит? 1500 тура, все, я пошла. Или последние деньги, все, я пошла. Потому что мне это надо. Я от этого кайфую, мне это нужно. Пошла, сделала. Я хочу интернет дома подключить. Подключение свое 5000 сом. А 5000 сом у меня сейчас нету. Я говорю, нет, я подключу, я деньги найду. Таулды акча. И вот так, вот так, вот так пошло. И жолдошум алып туруп арткы стеклосун кагып алды. Вот ойдо жок жерден пошли расходы, вообще в минус ушли. 6500 сом стекло алмаштырыш керек, бир жума тапкан акчасы 2000-3000. Представляете, это вообще трындец, да. Так, стоп дедим, это что вообще происходит, деп анан давай деп, давай, ничего страшного, все нормально деп копилку открыли, акчасын 20000 чыкты, 20000 ошол күнү эле распределили, тиге-тиге төлөш керек. И эме болуп кетти, да, когда карыз болгондо, когда человек должен, он ошону ойлой берет дагы, вот эта энергия туда уходит, да, болгон энергияң ошо карызга кетирет. И карызды качан төлөйм, и качан берем ушул карызды, и деп ойлондуруп берет, да. Ушунча ойлоно бересиңер, что это прям невозможно болуп кетет. И из этого качан, вот что я поняла, качан адамда карыз болгондо, ал ошо карызды кантип төлөйт экен, эмне кылып төлөйт экен, акчаны кайдан табат экен деп монтип анализдей бер, в голове все крутится, крутится, и адам эч нерсе кылбай калат экен, да. Даже если он что-то делает, бир нерсе кылса дагы, ошол ишинин результаты болбойт, да. Болсо дагы ойдогудай болбойт. Он думает, вот сейчас заработаю, закрою, а нифига. Эчтеке болгон жок. Тапкан жок ал акчаны. И вот так всегда происходит. Менде ошол состояние болду, и где-то ушул состоянияда бир 2 жума, 3 жума, может 3 жума. Плюс-минус бир ай деп коеюнчу. Ошондой состояниеда жүрдүм, да. Мне нужно было понять, мурун ошол состояниядан кантип чыккам, как я вот выросла, да, өзүм ойлондум, да, окей, мурун деле мен үйдө отурган айым эмес белем, акча таппай эле как-то жили же. Но каким образом мен өзүм ошо өзүм онлайн акча таап иштегенге келдим деген вопрос берип баштаганда, я как-то забыла, как это было, конкретно унутуп калыптырмын ошо состояниядан кантип чыкканымды. Вот азыркы айымдарга объясняй, не объясняй, вот жок, жоопкерчиликти алышың керек, ты должна это делать, то делать десең деле не доходит, да, жетпейт, да, кантип депчи.
Вопрос. И ушел со стояния конкретно с чукетина. Я-то понимаю, что дайлган болбойт. Нужно по-другому мыслить, по другие действия делать. Да, башка еще ракеттер лошкерт. Но не понимаю, как. Канча агылсам деле, назад кетем. Канча агылсам деле, назад кетем. Вроде там стараюсь, здесь стараюсь. Нет, вообще ноль, да. Результат вообще никакой, да. Начала думать, так, окей, хорошо. Что я могу сделать? Первым делом, мне кылган токтоту, у меня было ожидание. Вот күйөм бүгүн иштеген кетти, бүгүн мончасам таап келсе, мондай-мондай болсо. Ожидание, реальность болуп өрнөт, например, я жду, как бы он заработает, там, 2000 сом таап келет десем, он там 500 сом таап келет, либо вообще 0-0 келет. Я такая башында аябай ожидание ачып кеттим, да, вот. Аял кишилердин ошибкасы вот. Ошибкасы ушул жакта да, когда вот үйдө бир гана адам иштегенде, допустим, эркек киши иштегенде, аял киши ошол эркектин колун карап отуруп калат дагы, ожидание түшүп кетет да. Күйө мындай кылса, мынча акча таап келсе, муну кылабыз, тигин кылабыз. Есть такое, кимде бар? Ким үйдө иштебей отурат, кимдин только күйөсү иштейт, и вы его ждете. Күйөңөр күтөсүң, күйөм качан акча таап келет, качан акча берет, ана алып келген акчасын тигиге коротуш керек, буга коротуш керек, вы уже в голове знаете, либо может быть, мага окшоп жазып алгансыңар, кандай силердин эмелериңер бар, свои расходы повседневные, да, и ушунун баарын төлөш керек деп коюп отурасыңар. И ждете мужа, когда он заработает. Кимде ушул состояние бар? Мен дейт. Я дома. У вас есть, бывает такое состояние, вот күйөм акча таап келсе, анан мондай-мондай кылабыз. А бирок баары бир жетпей калат экен. Базовые потребности, самые необходимые закрываешь, но дальше нет, стоп. И эртеден кечке, что бы вы ни делали, мне кылбаңыз, мээңизде вот это крутится. Айлана берет, айлана берет, айлана берет, айлана берет, ты уже не знаешь, что делать. Есть такое? Угу. Вот это прям прожила, да? Ушел нарсен, прям прожила. Угу. Еще у кого есть такое? Да, вот. Вот ушиндой ожидания меня жать кем ста. Когда человек не работает, гео мечтает, и все, а ялгища ожидания человек тавы. И весь день ушел нарсенолирует табаса трусадли. Она не хочет думать об этом. Вообще улёсы гельбит. У нее как-то своих забот хватает, э? Там ютин аш керек, там ацаш керек, полтар гараш керек. Но нет же. Обратно ушел расходтар, ушел карзар гельб мейни дживерит, да? Ушел нарсенолирует, улёверисин, улёверисин. Да, вот, качан гетет, качан ахчата апаштет. Когда мы заживем? Видите? Вот ожидание, да? Качан гуем ушиндагы койот. Качан күйөм нормально жумуштабат, качан күйөм нормально акча таап баштайт, качан биз нормально жашап баштайбыз. И баарына жетет, бирок өзүм караганга жетет, вот именно. И ушундай башталды, но, допустим, мурун мен айына 15 миңдей обученияга я спокойно выделять этимда, спокойно курсы проходила одновременно, 7-8 курстарым өткөнгө чейин болгон. Өткөндө бир курс сатып алыш керек болду. В рублях 500 беле, ушундай экен, сомак бир 600 сом экен. Ошол курсту сатып албайм деп болуба, дошла до такого состояния, да? Я такая в шоке, господи, неужели мен өзүмө ини ушул 600 сомдук курс сатып албай алдым? Вот ожидание, да? Вот качан барктайт, вот баалайт. Качан белек берет, качан жакшы сөз айтат, качан биз нормально жашап баштайбыз, качан така барабыз, бияка барабыз. Ожидание, да, от мужа. Мен канча ожидание кылган сайын, канча күткөн сайын, у нас наоборот кете берди, да? Расход за расходом, өзүнүн өзү эле там долги накопились, бу квартираны хозяйка кетип атканда, там газдын карызы бар экен эле, там мусор, за счет квартплаты төлөп койсуң деген, да? Анан октябрдын башында за счет квартплаты төлөп койсуң, ошо мен рассчитаемся, в общем, эсептеше алабыз деп анан мен да хорошо деп коем, унутуп коем, бирок
очень неприятно, когда вот квитанция приходит, срочно оплатите, был бы свой чурп салаус, и один раз у нас вообще свет выключили, а мне надо унтухалпом вообще. Квитанция на утрутули постно, да, хорошо, у меня в голове засело, что... в октябрь машину берем до Карпатана, значит, тогда могу заплатить свет, да, потом беру дурсом или свечу. И... Тигель жақтан во всех счетах, еле как там турцизелесом таптурп, я оплатила свет, и потом мне где-то через час или через два дали, да, иксата им где-то свет дали. И такая пришла в себя, господи, что я делаю? А потом ушел ли газден счету, где-то мне наших получил, ушел же поштады, да, вот квитанция пришла, срочно оплатите, был с газденом учет. И страх тут появляется, господи, качаны им газды учреб салат. Они же могут просто вырубить, да, и газды учреб салат, уже тамахте заебай аласын элементарно. И все, сиди потом без газа, потом разбирайся, подключай сразу в голове. Потом мусор, так, она все, ал кеткеннен кейін, потом квитанция шашпай келет, да, я могу, а мен, ана, октябрьдің башымен төлеушім керек, но это меня уже изнутри вот жей береткен, да, вот жей береткен, жей береткен, жей береткен, такое состояние прям вообще. И ушындай состояние түсіп кеттім, да, конкретно, ана, так, стоп, дедім, так нельзя, бұл болатын, да. Надо что-то делать. Үйді жатып қалдым, жырғап там сториске шығып қоямын. Я никуда не хотела выходить. Әзірле ешқа шыққым келіп еді. Мне тут вообще комфортно. Үйден ешқа шыққым келбейді. Там үйде ле, балдармен ле. Сонда ле отырып қалдым, да? Мне комфортно. Это зона комфорта называется, когда вот всё нормально. Вроде бы всё нормально, кажется, да? Вроде бы нормально, дешево отасың. Но всё равно арджағында чего-то не хватает. И ушел, чего-то не хватает тренды, как-то нужно же заглатывать. Принесла шкрипта, не алпаштайсен. Инстаграм да залипаешь, кечки инстаграм да хаз, паргайс, видео гур паштайсен. Че еще делаешь? Сериал дар гур паштайсен. Ну, на сериал меня не хватило. Вот меня шпице, бир кино гурлом, и то кино бюркут гурм. Гурпут к нынен день, чах парался, зачем гурдым дым, да? Либо ките ухуяла. И то мотивационный китай мест какая-то там бренд, например, я последний раз оборотень дрюнда китай укудом в конце упитканогин я кигун трубой укудом ушей. Зачем я это прочитала, дедем, да? Вот зачем я это прочитала, да? В конце концов могу жулочка на я пойду кригандюко прочитала и прочитала, дедем, да? И что я начала? Не был поштадом, так стоп, дедем, так нельзя, надо что-то делать. Ты кем да поштадом? Но результат опять-таки нулевой. И бяхтан келген доход, бяхтан кетерді, да, это нужно закрыть. Был жауыш керек, кейін жауыш керек. Вот финансовый яма да қол, ошо ямаларым барына чапта баштадым, да, это закрыло, то закрыло. И мойықтан бақсастар, у меня уже бүтелі минус практически. Қалғанына просто лень, да, выходить из дома и что-то идти покупать. Баяндағы списагын башына молнил лучше, потом бұл қошылды. Вот уже практически все чилды. Это мои вообще хотелки. И вот так, четненчий паштарм. Я смотрю, каждый день смотрю, господи, немножко, немножко, и думаю, да, каждый раз, когда я все это закончу, господи, да, почему-то полен паштарм. И я себе сказала стоп. Что это такое? Просто признала себе, что мен конкретно жертва чукеттерм. Вот жертва. Жертва мне глад, беру ногу нулюйт, беру джерна бринсен гутуэт, ожидания түшіп кетеді, еш нәрсе қылбайды. Постоянно ошо источник, сенің проблемаңдың источнигін башқа адамдан іздеп баштайды, да? Никогда у нас ошонткен сайын ситуация ухудшалась, ошонткен сайын проблема көрді, ошонткен сайын расходтар көрді, почему-то что-то не ладится, там, везде, короче, трындец болып кетті, да, конкретно так стоп дедім. Что я делаю? Я себе признала, окей, мен жертва түшіп кеттім. Я, которая все знает, других обучает, и андай қылба, мындай қылба, я сама это ошол состояние өзім түшіп кеттім. Я состояниядан мен өзімді өзім ғана шығарылам, да? Я начала копать, окей, в чем проблема? Ең бірінші ситуация мне болды. Я начала искать причину, неге мен доходым конкретно резко түшіп кетті. Причина сенде паштадым. Гнөлі адамды, либо ситуацияны сенде паштадым. Вот мондай олғандан кейін шындай олды, тиндеге оны тиндей олды. Начала копать. Причинасын жетапсамчы.
Вот адамдар да ушундай да, когда у них проблемы, они начинают искать ошо решениесин башка адамдан. Башка адамдарды күнөөлөп, тигинден мындан, мындан, мындан издеп баштайт да. Вот, а может и тинтип колгон үчүн ошондой болуп калды. Может бул мындай болуп калган үчүн ошондой болуп калды. Ал тигин менен ошону сүйлөп болгондо ошон үчүн ошондой болуп калды. И так без конечно. И күнөөмдү, күнөөмдү күнөөлөп баштадым. Сен деген не то время чыгып атасың таксиге. То утром чык, то кечинде чык, то кечинде чыкпа там машинаны сүзүп саласың. То еще что-то, короче, любой виновный адам везде поштарен, да? И когда до меня дошло, что я это делаю, стоп, ты на балбовой мной, так нельзя. Остановись. В себя приди, узму гельсенчина, да? Я просто приняла тот факт, что не ниндяшо, не ниндяшо кирчелем. Это моя жизнь. И как я его проживаю, когда я живу там, как бы всем все равно, да? Дешевотасын, не дешевотасын, это твоя жизнь. Мен барал, мисал, следом дешевого гелишпейн. Всем он шингерек, ан шингерек, деп, я вам не буду все указывать. Здраво. И тут то же самое у меня, да? Өзім дешевым, значит, өзім жауапкершіліктімін. Менің доходым, значит, я ответственна. Не зарабатываю, значит, сама виновата. Но и служахтан именно чувство вины мес, именно жоопкерчилик деген нерсе пайда болуш керек да. Жоопкерчилик. Кичинекей баланы айтасың да кечке. Это как мындай да. Кичинекей бала иште чуркап жүрөт. Эй, чуркаба кулайсың. Деп ушундай айтко. Ты же видишь, что он да, чалынып, чулынып, чуркап аткан көрүп, же бир нерсе турган көрүп, аз алдыга чалынасың. Дейсиң да. А бала ошо чалынатта мен сага айтпадым беле эмир. Вот именно ушел состояние олды, да? Я все знаю, но ничего не делаю. И что дальше? Я просто взяла ответственность. То есть, эң биринчи ожидание алдым. Эң биринчи күйөөмө эч нерсе күтпөй калдым. Работает, работает. Канча тапты, ошончо тапсын. Окей, пусть. Но, если я хочу нормальную жизнь, мурунку жашоома кайткым келсе, если я хочу себе позволить, что я хочу, значит, я сама на это заработаю. Потому что я это делала, и у меня конкретно хорошо получалось. Но почему-то мен ушу күйөмө ожидания түшүп кеттим, да, пусть күйөм кылсын, күйөм эме кылсын. Ожидания, да, ждёшь. Мен ошол ожиданияны алып салдым. Муж зарабатывает, окей, зарабатывает. Окей, тигин муну алып келсин, окей, всё хорошо. У меня какие-то что-то есть. Вот азыр айтып атышат да, күйөөм мага белек бербейт, анан акча бербейт, анан тигинтпейт, мынтпейт. Вот ошол ожиданияны мен алып салдым. Хочу что-то устроить, уют кылгым келип атабы, что-то новое хочу купить. Это же мне надо. Күйөөңөргө айтсаң, ой, зачем аны дейт да, эмне кыласың аны, турат го нормально болот дейт. А я-то этого не хочу. Ему нормально, потому что эркек кишилер там үйгө тияк бияка билен салалы, тинтели, мынтели. Же мен ушундай курстарга окуюн десе койчу дейт да, кайдан каяктагы эле бир нерсе коротөрөсүң. Муж тоже самое сказал, ему он улыбай эле тең улыбай десем, эй давай лучше акча чогултуалычы дейт да. Я говорю, окей, хочешь, пожалуйста, дедим. Я сама буду делать тогда все, что я хочу. Именно хочу себе позволить, значит я себе позволю. Интернет подключила для себя, эй, балдар үчүн коштум, но для себя тоже, потому что үйдө телевизор болот. И балдар телефон талашпайт. Моя выгода. Видео постоянно Wi-Fi болот, у меня интернет не будет тупить. Моя выгода. Турабы. Я во всем ищу свою выгоду. Например, что-то новое хочу, элементарно там достроек каналом для того. И я смотрю на старую, не хочу утрот, чайчим гелен джол. Значит, я иду покупаю. Я хочу штатив нормальный, свет менен берген. Я иду покупаю. Почему это? Потому что мне это надо. Мага керегал. Күйөөмө бир тынчал керек жок менин штативим. Же болбосо менин жаңы дастарконум, эми все равно. Дастаркон жок, чай берсең деле чөйрөт. Понимаете? А то, что мне важно, мне самой мага керекпи, значит, я это сама себе даю. То есть, эң биринчи, ожиданиядан чыктым, да? Я не стала ожидать от мужа. Когда вот мага тигини кылып берет, муну кылып берет, тиги акча алып келет, буга акча алып келет. Пусть он зарабатывает деген нерсен, я просто остановила, окей, хорошо. Азыр анын шарты болбой табу, мүмкүнчүлүгү болбой табу, не буду дальше давить. У меня есть возможность, кылсам болобу, мен не кылсам болот. Что я могу в данный момент сделать?
Жөн эле үйдө жата бербей, эмне кылсам болот? Я начала искать варианты. И четнен чийилип баштады. Я просто начала сама себе зарабатывать. Я это делала раньше, все было нормально. И ушел баштагандан кийин. Практически все базовые потребности закрыла. Нет, думать надо о себе, свою выгоду, да, любой яхтанч. Как вам комфортно, как вам надо. И плюс, ошел плюс там, башка там нарва, когда и плюс лапка лет, юбилюгу элементарно, и все. Ошел он тэпэм, так, не гылсам кейн, дальше дэ полюн потрсам. Сунын качествасын текшерөбүз деп келип калыштым. Я поняла, фильтр вода сатышат турбай депчи. Келип мага там что-то объясняет, я мындай эле отурам, я что-то слышу, не слышу баланычы. В общем, 96 000 сом экен фильтр для воды, потом со скидкой 85 000. И он такой говорит, в чем проблема? У меня финансов нету, да, у меня сейчас денег нету. Если я 85 000, найти да пиралбайм. Даже первоначальный взнос сурасаңар да биралбайм дедим. Да, 10 000 20 000 сурасаңар, у меня просто-напросто этих денег нету сейчас. Но я эту воду хочу, дедим, да. Мага фильтр керек деп. Я даже не до конца поняла, там о чем он говорил, там что-то. Просто мага наглядно көрсөтүп берди сунун качествосун. И все, дедим, да, мне это надо. Мен фильтр дагы чайнектеги сууга караганда кайнаган суу тазарак экен да. Сунун качествосун текшергенде, я говорю, это мне надо. Мага керек, балдарыма керек. Потому что менин балдарым только суу ичет. И эртең менен турганда дагы, күндүз дагы мен кечке суу ичем. Я хочу пить нормальную воду. Организмге жакшы суу барышын каалайм дедим да. Это мне надо и всем нам надо дедим да. Я хочу, деп айтпайм ба. Когда вот вы хотите, варианты сами по себе өзүн-өзү чыгарат да. Все что угодно. Вот этот дом я хотела. Ушундай үйдү каалагам мен, чтобы чакан, машина баткыдай, сыртында навес менен, чтобы было газовое отопление, кышында от чакпагандай, туалет душу менен, чтобы со всеми условиями. Вот это то, что я хотела, да? Я это получила же. И то же самое. Фильтр мен я давно хотела. Фильтр койдурум келип турчу, но почему-то не задумывалась. То ойлонбоп турмун анан. Окей, хорошо. Как вы хотите в идеале этот пайл? Я говорю, айна 5000 десеңер, пожалуйста, мен төлөп бере алам. Где-то бир 1,5 миң болот экен. Мне без разницы. Мурун 18 миң сомдук квартира жашачумун. Азыр 10 миң сомдукта жашайм. Ну, мурун 18 чыгарсам, азыр эле спокойно чыгарам, как бы. Айырмасы жок, мурункудай эле, да? Я так себе посчитала в уме, да, ошентип айтпайм ба. Так посчитала. Хорошо деп бирөөгө чалды. Он приехал. Келип отуруп анан 85 000 и вот там еще скидка, кичинекей балдарыңар бар экен, скидка менен 79 000 кылып берели деп туруп анан 24 айга бөлөбүз деп туруп, он просто 2 жылга бөлүп коёт байбы? 2 жылга бөлүп койсо где-то 3300 сом чыгып калды. Вот айына 3300 сомдон чыгат экен, 2 жылда төлөп бүтөсүң өөр. Пропискаңар Бишкек бүтөт бай, ниет көрү. Жолдошуңар да кача деп ниет көрү. Десем эми 79 000 сом үчүн качып кетпесиңер деп атпайбы? Анам мне надо деп атпайбы, эмне кереги бар мага? Ошол акча үчүн бир жака качып дедим да. Десем анда жолдошуңар менен сүйлөшүп көрүлө дейт, ал иште машина жасап жүргөн. Сыртка чыгып айтсам, өзүң бил деп койду. Он-то знает, вот өзүбүз финансовом затруднении болсок, кактан баштайсың дегендеринчи, я говорю, мондай болот экен, давай десем, билгениңди кыл деп койду. Делай что хочешь. Я говорю, давайте устанавливайте. Эртең күнү жолдошуңуз биринсе дебейт. Билгенин кылды, значит, я делаю то, что я посчитаю нужным, дедим, да. И вот нам поставили, а оказывается, вот я фильтр давно хотела, да, прям очень хотела, гопта мерушан, хоть другой тюрган, да. Там эки фильтр кен бермес, эки, и начали писать, ой, биздеген, ана 13 000 койдурганбыз, 4 000 алганбыз фильтр деп башташта, я говорю, все, уже договор түзүлгөндөн кийин, куда я денусь, бүттөм, төлөйм да, деп. Ошентип мен, я рассчитывала айына 5 000 төлөйм деп, и 3300 төлөп калдым. И все на этом. Ошон чыгып калды анам. И фильтр мен ойлогондон да вообще классный болуп чыга келди. Я об этом даже не подозревала, но просто я захотела и сделала ушу акчадан. И мен акчаны качан төлөп бүтөм деп эле коркпостон, окей, мне это надо, я это сделаю. Дедим да, ал болдум. Это мне надо деп туруп эле. Тем более такие условия. Когда и ошондон кийин что пошло, андан кийин уже ошол моментте первоначально берип атканда мен шеринен акчасы деп чыгарып койгом элем да. Алып туруп шеринен акчасы кайра кирип кетти. Первоначально бериш керек болуп.
И на следующий день, бреку нынгинго, буквально, кайра ушел ахчан, койп койдым, да, шерден ахчасын, ахчасын чартыр койп койдым. То есть, что об этом, бул мне деген билзет. Хачан сіз жопкершілік алғанда, так, я делаю то, что я хочу, бру жарымдан күтпе, если ушел кезде гюем айтқанда, жоқ азыр алахчан, тауал байсы, не надо дегенде, қалқылма алынырсы, фильтра бы не было. Азыр, он сам вообще кайфует, то есть, жақ отады, о, классно, мандай тұрай дегенде тұрай депч, ему нравится. И это было просто мое решение. Мне это надо, я это сделаю. Возьму тулешь, мне просто без проблем возьму тулем. А я не учу мудрость сонда, я сама буду тулем, даже досрочно тулем ракет к вам. Да и все, на этом закрыли тему. Понимаете? Когда вы хотите, джоб кирчит галас нарда, чечим чарас нарда, и все. Больше тут ничего не надо. Джоб кирчит галас, мне это надо, значит, мне нужно нарсенгла. Чечим чардыңыз, и вы это сделали. И все, башка еш нерсе жоқ. А то, что вот ақча жоқ, ана тигил бул, это просто ожидание, как будто вот сиздин күйөңүз берүүнү келип туруп, мына сага миллион доллар, мен, короче, бир жактан таап алдым, же болбосо утуп алдым, деп ожиданияда жүрө бересиңер да, когда вы, либо вот мен сонун жумушка кирдим, теперь биз мондай жашайбыз деп. Понимаете? Барбы следы, кимде ушундай ожидания бар. Я еще поймала себя на мысли, вот гюм иштеп жүрүп, вот так сабайт этип жүрүп, он найдет такого человека, бир жакшы бир момент таап алат, и будет с ним работать, и вот нормально акча таап турат деген дагы. Мне уже мысли пошли, да, вот постоянно так сабайт этипет, там он что-то придумает, там найдет кого-то, и будет работать, и нормально зарплата алат. Кимде ушундай, күндө күтүп атканда дагы жөн күтпөй, вот бир күнү күйөөм ушинтип келет деп күтөсүңөр. А мурун мен вообще эле по жизни мындай күтчүмүн да. Придет какой-то там добрый волшебник, и биздин жашообузду мындай-мындай өзгөртүп коет деп күтөт элем да. А в этот раз уже конкретно күйөөмөн күттүм да ошол нерсеничи. Но жизнь-то моя. Да шо мен колутпайбы? А зачем өзүмдүн жашоом болотса, его взваливать на кого-то, вот меня шумно, сэндэген, сонным лучшим герой, как тут берёт мой нельфон, это вообще капец, да? Всё жёг, да? Ну, мы так и делаем. Вроде бы, мы не дешём, но вот мы говорим, вот идем, балла, турудым, балла, мы говорим, окей, давай теперь говорим всем бахта и стаг утролоз. Ну, говорим, вот идем, нызмыз, турудым, нызмыз. И при всем при этом, если ажырышкан күндө деле, в основном, көпчүлүк учурда бала эне менен калат. Атасы только алимент төлөйт. И все. А почему ошол жашап атканда деле ошончо жоопкерчилик албай? И ошондо көпчүлүк айымдар байкасаңар, ажырашкандан кийин иштеп баштайт, ажырашкандан кийин ийгиликтүү болот, какой-то бир өзүнө карап, там жасанып, жакшынакай жүрүп, жакшы жумушта иштеп, ушинтип калат ажырашкандан кийин. Да-да-да. Не үчүн, а мне үчүн ага чейин кылса болбойт. Анткени ага чейин ал күйөөсүн күтүп жашай берет. Качан күйөөм мынтет, качан күйөөм тигинтет. И все, ажырашкандан кийин положиться не на кого. И өзү аракет кылып баштайт. Это есть зона комфорта. Зона комфорта чогосуңарда күйөөңөрдү күтүп отурасың, когда мне вот это сделает, то сделает депчи. Мамиле боюнча сабак, кече биринчи сабак болду, бүгүн экинчиси. Кечинде точно по времени я вам скажу еще. Группа айтко. И все. Вот так и живут көпчүлүк айымдар. Вот күйөөгө тийдим, значит, күйөөм багыш керек. Понимаете? Но тут бир жоопкерчилик, это жөн эле жоопкерчилик алып койгон, анан чечим чыгарып койгон. Это одно дело. Нужно действие еще делать. Ошо рутинадан чыгыш керек да. Из рутины нужно выходить ошол бир нерседен. Конкретно кирип кеттиңер да ошол рутинага. Бир ишке конкретно кирип кеттиңер. Ну, сериалга кирип кеттиңер, там, либо инстаграмды перелистывать этиңе кирип кеттиңер. Это вы делаете годами, может, жылдап классно ошол нерсени. И бул жактан өзгөрүш өтө кыйын да. Очень сложно. И мен ошондо, так, стоп, что я могу сделать деген өзүмө вопрос бердим дагы. Өткөн жумада билсеңиздер, список своих дел бир жумага мен койгом. Цель койгом да, бир жума ичинде мен ушул нерсени барын кылышым керек деп.
Ошон еще результатын чыгардыкмын. Телефонго эле просто заметка калып туруп эле жазып койгом. Терезе жуушум керек, генеральный уборка кылышым керек, там бириктирип окушум керек, там марафонду бүтүрүшүм керек, там медитация жаздырышым керек, и так вот, так вот, так вот. Я себе просто список записала, и все. И пока мен ошол списокту аткармайынча жаным тынбайт да. Вот өзүңөргө ошондой привычка кылсаңар, писать өзүңөргө бир жумага план жазып алгыла. Прям пропишите, ойлоп койгон это одно, а писать это совсем другое. Жазасыңар дагы, заметкага жазасыңар дагы, аткардыңарбы, чиесиңер, аткардыңарбы, чиесиңер. Все, либо галочку ставите, аткардым. И смотрите, о, какая я молодец. И сразу фокус башка жака кетет да. Фокус уже ожидания кетпейт, фокус уже мен аракет кылышым керек. Моно кылышым керек, тең кылышым керек деген нерсе кетет. И тут что это срабатывает, силер уже жөн эле күтүп отурбуз да, өзүңөр аракет кылып баштайсыңар деген сөз да. Хоть с чего-то, но начинаете. Четин болсо, бир нерседен болсо да баштайсыңар. Вот именно об этом. Мен ошондон баштадым. Просто список себе написала, мне кылышым керек ушул жумага, как раз тулган күнүмө чейин деген болчу. С понедельника по воскресенье, понедельник утром список яздым, потом я его дополняла. Улан бир нерсе чыккан сайын кошуп коётум, ошентип бир 30-ка чукулдадала списогум. И четинен аткарып кете бердим. Списокту ачып. Когда уже делать нечего, инстаграма гирпортам, сериал, кино, ну, героин, документ. Уже скучно пошла, а на гирпортам все смотрю. Так, у меня же дела есть, заметка наша, там что надо делать? А, телефон тазлашим грекин, а, тин тазлашим грекин. И все начинается. Ахрындык менен, вы это делаете. И постепенно, ушел, ушел ситуация. Чыгасыңар, да? То есть, бул мнегене үйрөтөт. Өзүңөр жоопкерчилик алып, өзүңөр контролдоп, бир аракет кылып чыгып баштаганды үйрөтөт да, и это конкретно помогает. И ошол кезде уже вот эти все мысли жоголот да, карыз акча табыш керек, тигил бул, потому что ваши мысли забиты другим. Моно иштеп бүтүшүм керек, моно кылышым керек, мыяка жетишим керек деген нерсе менен забивается. И на этом все. Постепенно чыгасыңар. Следующее. Неге чо? Ушул вопросту. По идее, муну мен, не знаю, кийинчерээк берет болушум керек деп ойлогом, но именно мамиле боюнча марафонго келгенде я можно как-то прорабатывать, да, бир нерсени там тил жагынан карап, бул жагынан карап, а можно за раз все взять и проработать. Вот жашооңузду просто можно за раз взять и посмотреть. Мен силерге азыр көрсөтөм. Бүгүн мен мамиле марафонунда эмне жөнүндө задание берем. То, что я сама прорабатывала, мен именно шо стармахтавала. Өзүм проработка кылып, баятан бери келаткан нерсемди бүгүн мамиле марафонунда берем. Я вчера башын баштагам. Объяснила, чудо как будет. Сегодня будем прорабатывать. Бехан, конечно, А4 барак и то аздык кылат. Желательно ватман керек туга. Ну, это то, что я написала про свою жизнь, да, өзүм жашоомдогу. Это что значит? Это программа, да? Менин жашоомдун программасы. То есть задаю себе вопросы, выявляю и смотрю. Кайсы жактан у меня где какая ошибка идет. И что дальше с ним делать? Мен ушу менен эң биринчи жолу, вот когда 3 ай мурун иштегенде у меня конкретно взлет был, да, конкретно в финансовом плане, бардык жагынан өсүп, аябай жакшы кеткен, да. А потом я резко упала и обратно мен ушел в список. Кайра кайтым да, кайра начала прорабатывать. И с каждым разом все новое выходит, чыгарат. Бул, конечно, общий жашоонуку, но сегодня мен именно отношения наберем. Но вот этот метод, который я даю, можно и акчага салсаңар болот, и отношенияга салсаңар болот. Куда только можно. Жашоонурдун бүт жагына салсаңар болот. Да? Это вообще что такое? Это просто... Проработка, мындай айтканда көпчүлүгү менен сурайт, проработка деген эмне деп көп сурашат да. Вот это и есть проработка, но муну сразу алып туруп эле, эч бир курска качпай, эч нерсе албай туруп, муну сразу келген адамга это будет сложно. Даже мне это сложно проходить. Осознавать ушул нерсенин баарын түшүнүп келишип кеткенге өзүмө да кичине кыйыныраак болуп атат да. Кыйын болгон башында, но сейчас так более-менее. Мариям, включи свет. И был именно отношение боюнча марафону я хотела дать, да, вот что нужно делать, что не надо делать, но этого не стала делать. Мурон менде мисалы женская энергия деген эки күндүк марафон бар. Аялдар үчүн, турмушка чыккан аялдар үчүн.
Потом ақшам тура бөліштер бойынша марафон бар, но я все это не стала давать. Бяқта жоқ коробкаға барсам, что-то. Не стала все это давать. Мен более, Мария, дверь закрой. Более уже масштабный қылып кеттім бұл марафонды. У каждого человека есть программа. Әрбір адамдың бұл да шоты программасы бар. Бірақ көпшілік учерда біз апауыздың программасын қайталайыз да. Апауыздың программасы мен жасайыз. То, что она делала, делаем то же самое. Прям под копирку кетерет да. И у человека тоже есть своя программа. Адамдың өзінің де программасы болады. Переходный возраст деген бар. Ким ошо переходный возрастын өткөн болсо, либо балдар өтүп аткан болсо, именно ошол переходный возраст болуп атканда, ата-энесин түшүнбөй, вот ызычуумдай пикир келишпестик болуп аткан моментте, ошол мезгилде эмне болот экен? Ошо баланын либо кыздын өзүнүн программасы формируется по жизни. И ошол программадан нужно выходить. То есть программа бүт жаш адамдын полностью жашоосуна таасирин тийгизет да. От и до. Неважно, это отношения болову, это финансы болову, все. И когда сидишь, программа она полностью убираете, четное. Мы обычно как делаем? Мы прорабатываем все по отдельности. Отношения вы, значит отношения курска раз. Ахча вы, значит ахча курска раз. Там еще там предназначение вы, значит предназначение раз. Вот это по-разному делаем, да? Өзінші кетеп, да? И мен жаңы мен деген онлайн курсымда ушыл нәрсенің барлығы бір сабақта, да? Қандай вот трехнедельный курс, он бүт бар ішінде. Но это база. То, что когда я как поменяла свою жизнь, ушыл моментте, өзімде шомды қандай өзгерте алған болсам, я вот это все дала ушыл жақтан. Вот базаның ішінде. От и до. Это прям мен қанша марафон қылбайын, қанша курстарды создавать етпейін, но основа остается вот ушел курсым қалады да. Ал жақта про цели, там про женскую энергию, ақшаны тура бөліштіру бүт бар, ошоның ішінде бар. И мұрын мен айтатылам, ну мен бұл темама бар, мен беріп бүттім ғой, что мне еще людям давать? Что я еще могу дать деп? А потом я начала дальше копать, дальше учиться. Улам оқыған сайын жаңы горизонт открывается, и я улам, вот нерсен чуть поштам, но я-то уже мисала аффирмация, визуализация, там, а чем тура бөлүштүрө, это я все делаю. Это как бы уже постоянно, да? Это мен туруп тишин жууп, бетин жууганда эле нерсе, да? Но хочется еще чего-то большего. Хочется еще больших результатов, да? И начинаешь копать дальше. Ой, эфир сактайм. Но когда я откопала ушел нарсен, мол, проработка голубчика, да, я прям в шоке была, узм шок был, потруп калдым, да. Я башня отрицала, нет, это невозможно, да, у меня совсем другая жизнь, у меня программа больше мукуда мастерч. Но когда я начала копать, прям ситуация, башка чего шмикуда, но корень ситуация, она, но имеется корень один и тот же, да. По-разному ситуация проявляется, я что, да, я. Но смысл один и тот же был, да? Я такая, господи, вообще шок был по трубкам, да, я говорю, окей, хорошо, ну, можно быть чака салса болот. Я просто решила, ушел, может, проработка лады, именно отношения, а? Попробовать отдельно, потому что мне может полностью и финансы, и отношения, и предназначение, полностью биркеткен, поэтому тут, да, немножко сложновато, да? На первый взгляд, вот это все сидеть, писать, анализировать, это очень сложно. А когда вот бирсфера коронда, это намного проще. Вот, допустим, ахча мастер-классом, да, у меня есть мастер-класс, у меня последний момент теги, прям самый-самый, егерден мен мурум курстарым да, это марафон дорым да, өтіп жүрген адамдар болған болса, хочется чего-то нового, мага жаңы нерсе керек, я это все уже проходила, это все знаю дегендер үчін, ахча мастер-классы, кечирю марафону, и вот мамиле бойынша марафон, это вообще бомба. То, что надо, да. Ахча мастер-классында, я там о чем рассказываю, вот именно жена айтымға, финансы жақта назад кеттің. Все уже как бы, не знаю, как это, қанып чығышым керек, не знаю, қарызым толтыра, кредитім толтыра.
И начинаешь, ты не глупоштайся, мы не глупоштайся, бесконечно берешь глупоштайся, да? Лишь бы закрыть. Вроде бы закрываешь долги, но карасам каждый день доктор пойдет говорит, да? Вроде бы пашешь, кеч, вертелингеч, кештейсин, он тыдым, кештейсин, кештейсин, но результат никакой. Кайры ушел жаққа келересін. И вот ушел жақтан, ақча мастер-классынан, вот почему у людей не получается достичь какого-то результата ушел жөнінде, да? И там есть проработки, ушел установкалар, да? Ушел, ну, қанты проработка алыш керек, қанты пөзгөртіш керек. Ал ақтан келіп шыққан, қайқа кет отады, корень откуда берется. Егерде, мисал, чөп өсатқанда, чөпті үстінен жылып қойверсаңыз, үстінен жылып кетверсаңыз, ал қайры өсіп шығарады. Тұрау, вот отқында тамыр менен жыласыңыр ғой, и тут тоже самое. Азыр проблеманы егерде үстінен чечіп қойсаңыр, сейчас решили, там проблема появилась, решили, қайырлы ұшы проблема шығырды через какое-то время. Почему? Потому что там тамыры қалып қалды, да. Это нужно прорабатывать. Вот установкада, об этом, да. И ақча мастер-классында именно об этом ұшыл жөнінде, да. И девчо, маған азыр прям мелды, да, көптен бері у меня в голове крутится, бір екі жұмадан бері, 100 000 сом керек болды, да. Не так, чтобы там тыл жақтан, бұл жақтан экономды принесел, просто свободные 100 000 сом. Чтобы бір нәрсені башташ үшін. Я такая, 100 000 сом, окей, хорошо. Не қылсам екен деп ойланып, потом я просто забыла, ну, 100 000 болғанда, и вот это на чунды ойлап қойып, я забыла, да, ушел бойыншынан. Кече маған ме келеді, уведомление банктан. Болғандағы Қырғызстан банктан 100 000 сомға чейін кредит алсаңар болады. Депчи, я такая интересная, деп келіп тұрып, прокручиваю до конца. 10 000 сомнан 100 000 сомға шейін, шындай екен, да? В общем, смысл такой, прокручиваю, смотрю. 100 000 болғанда, ал қанша жылға, 2 жылға бөліп салды ұқшайды, по-моему, 100 000-ді. Или даже больше. И ұшында бөліп салды дағы, и айына 4 000 с чем-то шығып қалды, да? Айына 4 000-ден төлей бересің, но 2 жыл ішінде құтыласың. 100 000 керек, и вот тебе, пожалуйста. И ошол жақтан қызығы барып, я себя моментально остановила. Господи, что я делаю, дедім, да? Что я делаю? Что я влезаю в долги? И көпчілік адамдар именно ушел үшін кредит алады екен, ушел үшін процент алады екен. И вот это конкретно поняла. Не үшін, чтобы ушел, финансовая яма түшіп кетті, да? Ушел ямадан шығыш үшін, они берут кредит, потому что монша жыл болғанда, ақшасы монша жыл қалады, ай сайын мондай төленерсің, білінбей қалады. Но тем самым, алар еще больше проблемы себе создают. В моменте этого не понимаешь. Уағында, конкретно, когда вот деньги нужны, азыр керек болтқанда, ойлайсың да, окей, мондай бір бизнес идея бар, азыр маға ұшынша сом болса, мысалы, 100 000 сом болса, маған 100 000 сом болса, азыр 100 000 сомен мондай бизнес баштасам, ал маған 200 000 сом алып келсе, анда вообще круто. Давай мен ұшуына қалайын, 100 000 сомға қатын тұрам. Конечно, кредит алыш керек, процент алыш керек. Банкқа барып, моментально береді. А потом, аны болса, айына 4 000-ден, ой, чоң ли ақчам ескен ғой, спокойно буду выплачивать. Понимаете, как люди попадаются на это? И ушел жердің өзімді мұны, так, стоп дедім, да? Ты че вообще делаешь? Что это вообще происходит с тобой? Стоп. И көпчілік адамдар ушел нәрсеге ведутся. Туралы, ошол үшін алдыңар да, вот азыр ақша, моментально келет ақша, а потом шашпай төлей бересің. Ай сайын төлей келгенде, ал никаким образом кішіне кемес, наоборот, чоң ақша ол баштайды. Потому что ал ақшаны кеч қойлынып баштайсың, мұны қачан төлеп өткен, қачан бүт өткен, на-на-на-на-на-на-на, и так бесконечно. И нерв болып баштайсыңар. И все это все начинается, и кредит төлей албай, и проценты төлей албай, и отырып қаласыңар. И все. То есть біз моментальный решениені іздеватып, азыр мон қылсам, ұшыл ақша келсе, менің проблемам чечіледі. Дейкеміз тағы, это делаем моментально, но потом 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл, 10 жыл төліп жатайыр, да? Вот почему мен ипотека албайым, да? Здесь я хотя бы знаю, если мне не понравится, не по силам, блин, с этих поголов, я просто могу найти другую квартиру и переехать. А там я этого сделать не могу. Ипотека танчи, допустим. Потому что это нужно выплачивать. И так далее, гетерот, да? И так бесконечно.
И ушел на инан. Карзды кредит талдыңар, моментально жоғоттыңар. Алықча жоқ болды, но ай сайын төлеш керек. И баяғы башынан баштап, ой кетіп баштайды. Бұл ақшаны қашан төлеймін, қашан төлеп бітем, мен неғып төлеп бітем. И вот так крутится, и так бесконечно. И так бесконечно. Мен вот когда элементарный базовый где-то бір 20 мыңдай. Где-то қарыз, где-то там керекті нәрселерді жапқанда. Пока уж он жапқа-чақты, у меня прямо здесь жүрегім қысылып тұрды да. Блин, когда я это закончу? Қачан жаптым? Қачан бітеді ушул арыз? Қачан ушын төлеп төркем деп чип өткеннен кейін ушында бір облегчение болды. Господи, я вообще в шоке была, да? А я там понимаю, ушындай чоң қарыздарменен, кредиттермен жашаған адамдарды теперь я понимаю. Вот теперь я реально понимаю, да? Вот, смотрите, теперь вообще, вот тут гонтесен проблема с вот ахча болды, и плюс отношения болды. И плюс обида еще. Претензия, она улыбает, она улыбает, интербейт. Что я вам предлагаю? Мен историям, да, вот, актуального герсенстер, наша история дегендер бар, ушақ мы оқысанстер. Вот это, мен историям бар, даже YouTube каналымда дағы историям бар. Мені сториске еще естіп чектеп қом, мен башыма өткен оқиыларды просто посмотрите, из какой ямы я вообще выходила, да? Қандай ямадан я выходила, и до сих пор выхожу каждый раз, потому что если бы все было идеально, азыр менде қалаған үйім, қалаған там машинам, қалағандай ақша, доход бар болғанда, было бы скучно. Таджап кетмекмен. Ой, блин, у меня все есть, да? Дяшо, ошон сменен қызықта, постоянно ставить цели, добиваться. А так стало бы скучно. Мысалы, ошол ле, айвай бай адамдар, там, дай адамдарды байқасанастар, адам баяғынан көп кетеді деп қойды. На самом деле, просто ему становится скучно адамға. Ишінше скучно болып кетеді, у него уже все есть. От нечего делает, она арқасын барған қолып баштайды. Там наркотики, алкоголь, еще что-то. Ушне болып кетеді, да? Потому что делать нечего. Ах, сейчас толтура. Все есть. Знаете, это так скучно, да? Прям так скучно жить болып кетеді. И поэтому они тегел бұл іштерін барған қолып баштайды. А когда у тебя есть цель, качан ты к этому идешь, достигаешь, это вообще другое удовольствие, да? Мистер, я уже умею мне на этом говорить. Нужно начинать с себя. Бройте армдыгу на время гуля. От природы. Ожидания колбала. Ни от кого ничего не ожидайте. Просто никто никому ничего не должен до интернета пола и все. Просто делайте. И не вем баштайм, вот с чего начать? Пашин айдана тазыры. Не ғылсам кен, тейін ғылсам бы, мұны ғылсам бы. Ең бірінші өзіңіздің білімін ерден баштағыла. Пока сіз өзіңіз өзгірмейінше, не важно, не ғылбаңыз. Вот өткен стористен бүгін да бір вопрос берді. Жөн өкөй бизнес алып кете албайтам деп, өзімді таппайтам деп. Почему так происходит? Когда адам өзін таппайлеп, просто ақшаның арқасынан сая түшкінді. Ақша, маған ақша керек. Всем нужны деньги, но бывает такое прям. Цель ақша, да? Что бы ни делал, ақша. Аяғында монша ақша алам да деген. Когда вот ошыл цель болғанда, ал жақын еш ақшаны елге жетпейсіңдер. Никогда этого болбай талынарса. Ақшаның арқасында цель тұрш керек. Другая цель должна стоять. Но как это понять, если үйде отырсам, ештерсе қалбассам, вечна депрессия, там вечна ожидание. Нужно начать с себя, өзіңізді өзгертіп баштаңыз. Мен ошол аз мы күнделігімді шықпай қалды. Мой күнделік то бит партия жазылған. Но это как бы начало бар, да? Прям не скажу, что 100%, но начало есть, мол жағында. Еще тереңірек информация, это менің 3 жұмалық жаңы мен курсымда. Вот именно ошол курс, именно ошол ішінде қылған бір техникалар, то, что я делала, мені ошол ситуациядан шығарып кеткен, да? Когда вот балдарым ауырып, біз сбор қылып, инстаграмдан, телевидениеге шығып, ақша жоғалтып, мешітке барып, қайыр сұрап,
темселеп кайрымдуулук концерт өткөрүш үчүн билет сатып жүргөн ушундай бир мезгилдерде это было вообще конец света болчу да мен үчүн. Такая сложная, ушундай бир оор ситуация, ушундай бир жизненный ситуация болгон. И ошол кезде именно вот жаңы мен курсунда мен катар-катар менен берген нерседен ошол нерсени чыгып кете алгам да. И вот чыгып кеткенден кийин, когда один раз уже выходишь, дальше уже кичине мен база калат да мээде. Ты уже по-другому башкача ойлонуп баштайсың, башкача ой жүгүртүп, башкача кыймыл аракеттер кылып баштайсың. И мурунку состояние түшпөйсүң, нет. Көтөрүлөсүң, а дальше уже тебе решать. Кетесиң же жокпу. Но ты же ямада турасың, потому что ямадан нужно вылезти сначала. Вот именно ушел ямадан, ушел стресстен, депрессиядан, партнерден чыгара турган, это вот самый первый ступень, биринчи кадам бул жаңы мен онлайн курсу. Жаңы менде 3 тариф бар. Группа, вот группа менен иштешкен тариф. Экинчиси куратор менен иштешкен тариф, куратор менен в личку. Мен аз 4 кураторум бар, в личку иштешесиздер. И үчүнчүсү наставник тариф, мен менен болгон тариф. И допустим, азыр группа менен иштешкен тариф 3 жумага 3000 сом турат. Куратор менен иштешкен тариф 5000 сом турат, а мен менен иштешкен тариф 8000 сом турат да. Балары тарифтерки ушундай. Но сейчас өткөн потокто да ушундай кылганмын, и бул потокто дагы азыр ошол группа менен иштешкен тарифтин басында эле, то есть 3000 сомго сиздер мен менен тарифти алсаңыздар болот. То есть азыр куратор менен жана группа менен иштешкен тариф деген тарифтин ордуна мен менен деген тариф бар, наставник менен тариф. Ошо менен иштешесиңер. 3 жума бою мен сиздер менен личкада сүйлөшүп иштешебиз да. Есть курс, база, от чего отталкиваться. И ошол негизинде дальше идёт. Андан тышкары, ошол 3000 сомдун ичинде мен еще 3 марафонду коштум в подарок. Белеке. Любой марафон тандасаңыздар болот. Но мен сиздерге айтат элем, именно кайсы марафондорду алыш керек, кечирүү боюнча марафонду, ичинде 5 медитация бар. Мен мурун вообще медитация жаздырчу эмесмин. Медитация по отдельности 500 сом турат. Марафон в общей сложности болсо, анда мен аны 1000 сомго көтөрөм. Азыр мен телеграм-каналга чыгарам, уже кечирүү марафон баасы 1000 сом болот. Дальше отношения боюнча деле марафондун баасы тоже 1000 сомго чыгарам, 1000 сом деп коемун. Анан акча мастер-класс, он сам по себе 1000 сом турат. Акча мастер-классы это 6 сааттык мастер-класс. И плюс акчаны туура бөлүштүр боюнча марафон там идет в подарок. То есть ушуну силер 3 эмес, даже 4 марафонду алып калып атасыңар да. И плюс еще курс. Плюс наставничество от меня, менден обратная связь. Ушул нерсенин баарын алсаңыздар болот. Мен муну тулаан күнүмдө эле акция кылганмын, баштаганмын, но ошол боюнча я не довела до конца. То есть бардык жака толук информацияны чыгарган эмесмин. Сабак у нас в понедельник начинается. Отношения боюнча марафон азыркы учурда жүрүп атат. И бүт сабактар силерде сакталат. Марафоны тоже все сохраняются. Полностью сохраняются бүт барын. Калаган учурда алып көрөрсүңөр. Но именно вот эти марафоны, вот эти курсы, неден баштайм, неден өзгөртөм десеңиздер, мына сиздерге жооп ушул жакта. Кийинкиси кимеге да курстарды уже өткөн болсо, мисалы жаңы мен онлайн курсун өтүп өткөн болсоңуз, мурун катышкан болсоңуз, пакет марафонов бар. Ошол эле акча мастер-классы, акчаны туура бөлүштүрүү, женская энергия, кыялга карай 5 кадам, жашоону өзгөртүүчү 5 кадам, финкодду эсептегенди үйрөнгөн марафон бар, ичинде про предназначение бар, про отношения тоже бар. Дальше, азыркы мен айтып аткан кечирүү. И вот мамиле марафонун, это вот пакет марафонов, бүт бардыгын 1000 сомго алсаңыздар болот. Это для тех, кто уже проходил мои курсы. Мен курсун өткөн айымдар үчүн такие условия. Потому что у меня бывает азыр, мисалы, сентябрь айында 2 марафон катар менен болот. И ушул где-то 10 чакты марафон чыгат. Мен эсептейм боюнча 7 болчу. 7 марафон. Полностью мурун курска катышкан айымдар үчүн 1000 сом алсаңыздар болот. Курска катыша электер, курска катышып плюс 3 марафонду на выбор в подарок можете получить. Курс бизде уже в понедельник начинается. Понедельникке чейин силер как раз
Берки марафон город Чечеснер. У кого есть какие вопросы? Кимде, кандай, сробар. Сробар был сочезный стар. Зарядка мне так пыльная, не зарядка масла. У меня вот здесь не работает. Ты мне конец розы дязаны стар. Либо мне азербар по отношению к марафону дэтэйн. Бүгін именно вот программа менен будем прорабатывать. Именно ушел отношения, гетчерю, я хочу мастер-класс, может подарок получить. И плюс еще курс. Азермон берем марафон долларва. Это будет прям конкретная объемная работа. Угу, сродюк болса, да? Курс кончу, курс танку твоем стерде. Шапка профиля, курс понча толк малматы грис пойдем. Телеграм-канал, что телеграм-канал грип. Локусан стер будет курс, мне джонен до, кайси темалар. Ал еще будет пополняться, пока уж именно курс чен для малмат грис пойдем. Цены там есть, но азырка. Сіздерге именно возможность. Ты малыш кунгу чейн, еще тулеп качасын зарбот. Вот четверг, пятница, суббота, воскресенье, төрт күн уақытыңыз бар. Чендап я шамну с гуртом, мне это все надоело, нужно из этого выходить. Десенгер, вот вам, пожалуйста, сіздерге решение. Мен бұл білімдерді айвай қымбат қалым, действительно. Что вот это ушыл нәрсен біліш үчін, үйреніш үчін, шында өзгөріш үчін, мен постоянно курстарға қатшам. Ай сайын курстарға қатшам. Ушулорду практика жүзінде іштетем. Где-то работает, где-то не работает, где-то не мое, то что мое. Кайсы жанан іштеп кете тұрған болса, вот действительно іштей тұрған техникаларды я на себе применяю, бірінші өзіме қолданып көрем, потом уже другим даю. Ушул жақта вот телеграм каналда еще отзывтарынан там немножко бір 10 жақты дайлен кіргізіп қойдым. Актуальны деген қарсаңыздар, курс отзыв дегендер бар. Там очень много отзывов. Курс отзыв үшіншіге келіп қалдым, шайтыша, очень много. Курс бойынша отзывтар толық көріп шықсаңыздар болуы болды. Да, көрші көнчі. Мен өзімден эфирімді тайдым.